Евгений Чарушин. Почему тюпа не ловит птиц? Когда тюпа очень удивится или увидит непонятное и интересное, он двигает губами и тюпает. Тюп, 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 тюп. Травка шевельнулась от ветра. Петюшка пролетела. Бабочка вспорхнула. Тюпа ползет, подкрадывается поближе и тюпает. Тюп-тюп, тюп-тюп. Схвачу, словлю, поймаю, поиграю. Вот почему тюпу прозвали тюпой. Слышит тюпа, кто-то тоненько посвистывает. Видит, в крыжовнике, где погуще, кормятся серенькие вертлявые печушки, пенки. Ищут, нет ли где мошки-букашки. Ползет тюпа, уж как таится, прячется, даже не тюпает, боится спугнуть. Близко-близко подполз, да как прыгнет, прыг! Как схватит, да не схватил. Тюпа ловкач неуклюжий. Видит тюпа, недалеко от него сидит воробей и песни поет, чирикает. Тюп-тюп, тюп-тюп, заговорил тюпа, схвачу, словлю, поймаю, поиграю. И пополз к воробью. Но его воробей сразу приметил, крикнул по-воробьиному, чиф-чиф, разбойник ползет, вот он где прячется, вот он где. И тут, откуда ни возьмись, со всех сторон налетели воробьи. Расселись кто по кустам, кто и прямо на дорожке перед тюпой. И начали на тюпу кричать. Чиф-чиф, чиф-чиф. Кричат, галдят, чирикают, но никакого терпения нет. Испугался тюпа. Такого крику он ни разу не слыхал и ушел от них поскорее. А воробьи вдогонку еще долго кричали. Наверное, рассказывали друг другу, как тюпа полз, прятался, хотел их словить и съесть. Некого тюпе ловить, никто в лапы не дается. Влез тюпа на деревце, спрятался в ветках и поглядывает. Но не охотник добычу увидел, а добыча охотника разыскала. Видя тюпа, он не один. На него какие-то птицы смотрят, не пенки-малышки, не крикуны-воробишки. Вот какие, самого тюпы чуть поменьше. И это, наверное, дрозды искали местечко, где ведь гнездо, и увидали какую-то непонятную зверюшку, тюпку. Тюп обрадовался. Вот интересно-то. Тюп-тюп, тюп-тюп. Кто это такие? Тюп-тюп, тюп-тюп. Схвачу, тюп-тюп-тюп. Словлю, тюп-тюп, тюп-тюп. Поймаю, поиграю. Только не знает тюпа, кого первого ловить? Один дрозд сзади тюпки сидит, другой перед тюпкой, вот тут, совсем близко. Тюпа то сюда, то туда повернется, тюпает, тюпает. Отвернулся от одного, от того, кто был сзади, а другой передний как налетит на тюпку, да как клюнет его клювом. Тюпа сразу перестал тюпать. Он понять не может, что это такое. Обидели его, клюнули. Спрыгнул тюпа в кусты и ходу, где бы только спрятаться. И если теперь тюпа видит птицу, он никакого внимания на нее не обращает. Вот почему тюпа не ловит птиц.